Россияне стали рекордно много работать, сообщает аудиторская сеть «Финэкспертиза» со ссылкой на данные Росстата. Фактическая длительность пятидневки в первом квартале 2023 года составила 38,5 часов. Статистику ведут уже 13 лет. За это время показатель никогда не был выше, чем в январе-марте этого года. Например, в 2022-м россияне в среднем работали на 16 минут меньше. Меньше всего граждане России трудились в период пандемии. После значения стали восстанавливаться, передают эксперты, опрошенные РБК. При этом Росстат предоставляет данные без поправки на сезонный фактор, который считается одним из определяющих. По мнению специалистов, в этом году загрузка выросла на фоне острой нехватки персонала и перехода отдельных предприятий на работу в несколько смен. Кроме того, свою роль сыграло повышение экономической вовлеченности женщин. По закону, рабочее время не должно превышать 40 часов в неделю. При этом сотрудник фактически может трудиться больше, если у него установлен ненормированный день. Также есть категории граждан с сокращенным рабочим временем, к примеру, это беременные женщины и несовершеннолетние.